Блокада прорвана. Защита полумертва. Своим войскам ворота распахнули. И хлеб. И не с опилками, не с черствой. Салюты хлещут, а не вражьи пули. Не через год, буквально через день, опять неравенство при прежней нищете. У босоногих нечего одеть. Знать наказание прошло совсем вообще. А этот зверь, соседний оккупант, был послан Богом врачевать упрямых. И не впервой такой свершился факт. Понятно, и пленение не пряник. Но почему исследовать не стали, не пропечатали нигде в аршинных титрах? За грех, за атеизм не вымер Сталин. За богоборчество не сдох в утробе Гитлер. Года летят. И в каждой годовщине прорыв блокады воспевает пресса. И не желают слышать о причине, не докричишься, хоть с натуги тресни. А надо бы по Библии пройтись, подобные случаи отыскать и вникнуть. Но поп молчит, с кадилом как артист, и патриарх не покраснел до нитки. Из вопиющих возгласов пророков такую проповедь вогнали бы под темя. За упокойную не тратили бы мороку, но, как всегда, пошли опять не с теми. Блокада сердца, совести, ума не прорвана духовным возрождением. Ждем повторения, но горшее весьма. Позор нечувственности никуда не денем. Сирены строк библейских не затми, но не раскаянных у Бога есть дубина. Прости нас, Боже, и расслышь. Аминь. Уроки прошлого не пропускайте мимо. 27.01.2007.